Спустя 4 месяца ученые Одесского национального экологического университета решили все-таки выяснить причины цунами, случившегося 27 июня в Одессе. Об этом сегодня сообщил член Международной комиссии по цунами при ЮНЕСКО Александр Рабинович. По его словам, появление столь больших волн в Одессе не несет в себе мистического характера, а вполне объяснимо научным путем. Одесское цунами никакого мистического характера не носит, оно было вызвано атмосферным возмущением атмосферного давления, которые проникли в северо-западную часть Черного моря. Что вот его интенсификация была связана с Праудмановским резонансом на шельфе Одессы, что и в какой-то степени мы Одесское цунами можем считать как последнее звено вот цепи событий, которые проходились под Средиземноморьем. Ну и что вообще вот эта уникальная последовательность метеоцунами, она была связана с некой экстремальной атмосферной ситуацией.